Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Вот и наступил тот момент, которого целый год ждали все ценители единоборств. Сегодня, 17 августа 2013 года, Лига С-70 с гордостью представляет международный турнир по профессиональному боевому самбо. Платформа С-70. Боевое самбо – это исконно российский вид спорта, созданный на опыте множества народов Советского Союза. Боевое самбо всегда активно использовалось нашей армией и спецслужбами и являлось грозным оружием наших соотечественников в самых тяжелых жизненных ситуациях. Мы благодарны и нашим зарубежным друзьям за то, что дали нам согласие выступить на турнире и продемонстрировать свое мастерство. Все мы – одна большая и дружная самбистская семья. Весовая категория свыше 93 килограммов. Я, Хантураев Мурат, представляю команду «Алаш Правил». Приехал в город Сочи за... Я с удовольствием представляю вам спортсмена. Ему 25 лет. Рост 180 сантиметров. Его официальный вес 105 килограммов. Мастер спорта под сюдо. Двукратный чемпион Азии по ММА. Серебряный призер чемпионата мира и Европы по унифайту. Чемпион мира по рукопашному бою. Мурод, азиатский медведь, Хантураев! А в синий угол приглашается его соперник, боец из России, Евгений Ерохин! Я Евгений Ерохин, Россия, город Хабаровск. Боевое самбо – это исконно национальный русский вид спорта. Поэтому я очень рад представлять его на платформе С-70. Я все постараюсь сделать для победы. Представляю вам бойца. Ему 27 лет. Рост 185 сантиметров. Официальный вес 106 килограммов. Профессиональный рекорд 5 побед и всего 2 поражения. Мастер спорта по рукопашному бою. Многократный призер чемпионатов России по рукопашному бою. Служащий внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Евгений Ерохин! Бойцы готовы. Финальный инструктаж от рефери Валентина Тарасова. Пожали руки. Слушаю внимательно мою команду. Соблюдаем правила. За канаты не хватаем. Удачи обоим. Покажите красивый бой по углам.
Первый раунд. У вас есть возможность смотреть повторы на экранах. В этом поединке на первой минуте второй секунде первого раунда победу нокаутом одержал Мурод Асиатский Медведь Хан Тураев. Я думаю, что сейчас на ринге платформы S70 зашкаливает количество заслуженных людей на квадратный метр. И это действительно стоит ваших громких аплодисментов. Мы переходим к награждению. В весовой категории свыше 93 килограммов победу одержал Мурод Хантураев. Награждение проводит президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Четвертый турнир по профессиональному боевому самбо. Платформа S70 в Сочи объявляется закрытым. Но мы обязательно с вами увидимся! I'm gonna
Sure.